такой ревизией каждую неделю. Три детских сада – важные социальные объекты для района. Вместе они примут 550 детей. Сроки сдачи поджимают, а потому надо еще ускориться. Что значит вот эксплуатация? Все закрыто, практически идет только отделка. Так и будет 20 числа. Детский садик в Первом Советском переулке. Застройщик «Стройкрансервис» отчитывается. Основная часть работ сделана. На замечания реагируем. Не так давно пустили тепло. Успеваем полностью все. Закроем контур, будет строительная готовность. У этого же застройщика дела идут получше в Медвежках. Здесь строится детский сад на 240 мест с бассейном. Рабочие уже приступили к облицовке здания, благоустройству территории. Одним из актуальных вопросов остается завершение кровельных работ. Однако строители уверяют, к поставленному сроку 20 декабря успеют. В течение 10 дней кровлю закончим, контур будет закрыт и площадь здания пущена. Поэтому полным ходом идут отделочные работы. 20 числа успеваете? Успеваем. Поставленные задачи валовым будет выполнены. В Новом городке работу ведет другой застройщик «Техпромстрой-13». За последнюю неделю прогресс не столь значителен, но строители также стараются успеть к сроку. Что мы сделали? У нас забетонен первый этаж, второй этаж, третья часть. Значит, перегородки на первом этаже выложены практически все. В среду начинаем окна ставить. В подвале штукатурку закончили. Итоги очередной ревизии детских садов подвел Алексей Валов. Видно, что поработали хуже, чем на прошлой неделе. Но в любом случае надежда есть, что к Новому году закроем тепловой контур и приступим к отделке. Подгоняем. Конечно, подгоняем, чтобы быстрее строили. Но в любом случае в этом году закроем тепловой контур и к отделке приступим. А по Медвежкам, может быть, числа 30 января уже, может быть, и пойдут дети. Вскоре дети пойдут и в построенный недавно ледовый каток в Щелкове. Именно поэтому этот объект также попадает в маршрут объезда. Руководитель администрации проверил, как отреагировали на замечания, сделанные ранее. Установить забор, так как это необходимо и в вопросах безопасности, и, в принципе, так как находятся дети. Буквально в понедельник приехали строители, согласовали установку забора, всю неделю работали и забор установили. Большое спасибо всем. Официальное открытие ледовой арены также намечено на последние числа декабря. В секции по фигурному катанию и хоккею записались уже более 500 ребят. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».